лично такая тема жизни, может быть. Помню, начало 77-го года, это было такое время, такое безвремя. Очень сырое время, очень пустое, и как бы истории никакой не было. Просто нормализация по-чешски. Václava Havela, Jiří Dinsbier, Ladislav Fejdánek, Václav Benda, Jiří Hájek, zde na to minoval. Po 89. zaměrný vykovaný. Znajte sumky. Čak poněl, že to je to balšené ježdo. То, чтобы поправить, чтобы найти новый смысл в общем, что делать и ангажироваться и так далее.